Наша карта героя посвящена герою Видновского художественно-технического лицея Николаю Николаевичу Галкину. Николай Галкин, бывший ученик ВХТЛ, геройски погиб в ходе боевых действий в Афганистане. В память о нем у входа в лицей в 2002 году была установлена памятная доска. Окончив 8 класс, он поступил в профессионально-техническое училище и работал электросварщиком на заводе. 5 мая 1978 года был призван в ряды советской армии. Теперь память о Николае Галкине будет увековечена и благодаря проекту «Парта героя», инициатором которой выступила партия «Единая Россия». На ученическом столе размещается информация о герое, который учился в школе и вошел в историю Отечества. Цель этого проекта простая – это сохранение исторической правды и исторической памяти, чтобы вы, подрастающее поколение, знали не только событийно важные страницы истории, но и знали ее в лицах. Предполагается, что за этой партой будут сидеть лучшие ученики ВХТЛ, проявившие себя в учебе, спорте и общественной жизни. Еще одна цель проекта – патриотическое воспитание молодежи. Сегодня разворачиваются исторические события, да? Мы с вами знаем и на Украине, и на Донбассе в том числе. Каждый из нас живет не только ради своей жизни и жизни своих родственников, а ради будущего и процветания нашего государства великого. Зная страсть молодого поколения к гаджетам, авторы проекта разместили на поверхности QR-код, сосканировав который, можно еще больше узнать о герое, которому посвящена парта, и других проектах партии «Единая Россия». Я прям предлагаю проверить. Опробовать, конечно. Просто сейчас куда нас ведет? Я думаю, что какая-то историческая информация должна быть. Сразу после открытия парты героя гости возложили цветы к памятной доске бывшего ученика ВХТЛ Николая Галкина. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.